уже прогнал всех чудищ. Что, неплохая работа моему любушке повернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера вот целое ведро очистило. Ты что такой смотришь? Сейчас в руках такое ремесло, что мне нужно было на скажу, все скажу, где по краже спрятано. А у тебя? Ну? Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на Кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти, я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? Да, так я и думаю. Может, для вас, ведьмаков, мир и правда черно-белый. Только у обычных людей он состоит из оттенков серого. Моя история тому свидетельство. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну давай, рассказывай. Санетта, у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она взяла и расплакалась отчасти. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этейну воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка, потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну хорошо, что было дальше? Я воевал на разных фронтах. Получал жалование, а нет-то одна сидела целыми месяцами. А позже я узнал, что она была не так уж одинока. Ее почти 3 года утешал какой-то Эван. Друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробу она видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду, а требуху его бросил псам. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилась. Я, если б не уклонился, так бы и зарезала меня.
Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтоб я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее саму убил. Я тысячу раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через 2 года злость ее перешла в равнодушие. Но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Не знаю, зачем ты мне все это рассказал. Твои отношения с женой – это твое дело. Чего еще ждать от ведьмака? Ну ладно. Если не хочешь привести Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Твоя жена служит ведьмам. Ты, сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топях. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась? Она заключила договор с ведьмами и вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них 1 год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Делай, что хочешь, но меня не втягивай. Таскаться по болотам и путаться с ведьмами – чистая глупость. Так что делать-то? Сидеть сложа руки и ждать, пока она сама вернется? Я пошлю туда людей. Я сам с ними пойду и вытащим ее. Я тебя предупредил, а как ты поступишь, дело твое. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я... На вас напал Василиск. Да. Ну и здоровая же была скотина!